А что вы в целом думаете про проведение этой операции? Я об этом не думаю. А вот Раина, с вашего отношения... Нет, я не буду. Я считаю, что это два дружественных народа, и правительство Украины, благодаря перевороту в 2014 году, повело себя неправильно. Я это видел сам, у меня есть тоже родственники в Украине. Было изменение в поведении даже людей, не говоря уже о том, какое было информационное нагнетание. Вот. Я считаю, что причина всего вот этого, это причина начала военной спецоперации на Украине, действия НАТО, США и Украины в том числе. Нейтрально стараюсь к этому относиться. Что вы думаете про политику Зеленского? Вы знаете, я немного далековато от этого. Я не знаю, что он пропагандирует. В том числе из-за пропаганды, я думаю, это очень много тех, кто не верят, те знают о могуществе страны и боятся. Я думаю, все. Я особенно не люблю затрагивать политику и говорить об этом. Мне не нравится. In Russia. Вы... Мне кажется, в любой стране люди так или иначе поддерживают свое правительство или президента. Он же был выбран страной. Значит, большинство людей согласны с тем, что он делал последние 20 лет, сколько он управляет уже государством. Я думаю, что так. И последний вопрос. Вот индийцы очень интересуются. Как вы думаете, почему люди простые поддерживают Владимира Владимировича? Ну, так мы его выбрали, это наш президент. Что еще сказать? Конечно, поддерживаем. Мы русские. Кто бы ни были мы по национальности, но мы русские. Поэтому все правильно. Спасибо. Правильно, что он начал военную операцию на Украине. Надо было, конечно, еще пораньше, но получилось, что вот сейчас. Я за военную операцию. We are standing in the heart of old Moscow City. The city was founded 875 years ago by Yuri Gagarin. Right behind me is the historic Red Square and the Kremlin walls. This is Aarti Tikku for the New Indian from Moscow City. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.